Участники 10-го общенационального мотопробега «Менен-Елим-2023» стартовали из Актау в путешествие по всему Казахстану. Мотокараван, который ежегодно проходит 10 тысяч километров, взял свое начало в Актау впервые. Ранее он выезжал в путь из Атырауского региона. В рамках мотопробега 7 байкеров направились до Атырау, затем их ждет интересный маршрут по всем регионам страны. Завершить мотопробег планируется 15 июня в Актау. Общенациональный мотопробег «Менен-Елим», стартовавший в Актау, проводится уже 10-й раз. По данным мотоклуба, за 9 лет они провели поездки 180 дней, оставив позади 100 тысяч километров. По словам участников, раньше они объезжали лишь половину Казахстана. На этот раз участники планируют проехать все 17 областей до 15 июня. На сегодняшний день с нами едет человеку 65 лет на мотоцикле. Проехал полный круг по Казахстану в прошлом году. Сейчас он едет на машине. Но будут меняться, они тоже садятся на мотоцикл. По словам организаторов мероприятия, главная цель мотопробега – повысить интерес казахстанцев к мотоспорту, призвать к единству и сплоченности. Стоит отметить, что к атырауским мотобайкерам будут подключаться участники из других городов Казахстана. Ход мотопробега фиксируется на видеозапись. Организаторы мотоклуба намерены в ближайшее время снять документальный фильм о поездке. Стоит отметить, что мотоклуб был профинансирован областным управлением спорта больше, чем на 2,5 миллиона тенге. Мы развиваем автомотокультуру, то есть, чтобы... То есть детей приобщить. У нас есть цель такая, чтобы в дальнейшем дети бесплатно обучались этому. Многие хотят, но не могут. Все позволят. Айдана Каримова, Мухаммед Нурдаулетов, Аслабек Абикенов, телеканал ТДК-42, Актау.